Привет всем, кто смотрит это видео. В нем я расскажу о том, что я сделал со своим самолетом Dart 250G, чтобы он нормально полетел. Те, кто смотрел мои предыдущие ролики, уже знают, что я столкнулся с проблемой плохого его запуска. Были предположения, что это неправильная разрисовка, не хватает только отдачи аккумулятору, нормального скрутить двигатель. Были предположения, связанные с выкосом мотора, кто-то переворачивает мотор маунта мотора вверх ногами. Кто-то шайбочки подкладывает. Я, кстати, тоже подложил шайбочки под нижние болтики. Но я не уверен, что шайбочки затащили. Я думаю, ситуация все-таки была в другом. Наверное, достаточно говорящего лица. Сейчас переходим уже к самим видео и к Mission Planner. После первых неудачных запусков Дарта я начал искать их причину. Стыдно признаться, но на неправильный выкос мотора, который был виден визуально, я подумал только в последний момент. В первую очередь, конечно же, я подумал про литий-ионную сборку. Дело в том, что использовались слаботоковые литий-ионные аккумуляторы, и мне казалось, что не хватает тока отдачи их, чтобы нормально раскрутить мотор. Да и литий-полимерный аккумулятор, который у меня был, Zop Power, также не отличался особым качеством. Второе предположение – это недостаточное отклонение элевонов при запуске. Поскольку лучшего аккумулятора на тот момент у меня не было, я попробовал начать с элевонов. Я зашел в параметры Basic Tuning и изменил параметр Pitch Max на 45. Изменение этого параметра позволило элевонам отклоняться вверх намного сильнее. Также я настроил микс на аппаратуре, чтобы аппарат сразу после запуска начал набирать высоту. Как видно по логам, данный микс дает угол набора высоты где-то 23 градуса. Как видно из того же лога, вместо набора высоты аппарат сначала задирал нос, а потом начинал пикирование. Если Венера была в Стрельце, то аппарат взлетал. В противном случае, привет, Земля. Также по советам с форумов RC Groups и RC Design я оттримировал полетный контроллер параметром IHS Trim Y на 0,005 радиан. Если в пересчете на градусы, это почти 3 градуса. После всех этих изменений я поехал на новые испытания. В этот день дул приличный ветер, самолет запускал, естественно, против ветра. Он у меня успешно стартанул, и я подумал, что вот эти вот изменения мне помогли. Но как показали дальнейшие испытания в штиль, данные изменения никак не повлияли на его поведение. Конечно же, я стал искать причину дальше. Несмотря на то, что самолет я нагрузил так, чтобы центр тяжести приходился на штатные пупырки на крыльях, анализ логов, а именно графика PitPi.i, интегральной составляющей по питчу, показал, что имеется перевес на сторону носа. Я решил попробовать добавить груз на хвост самолета, чтобы по этому графику можно было найти правильный центр тяжести. Два полета я провел в режиме автотюна, чтобы настроить пиды по питчу и по роллу. Как раз в этом видео показывается процесс автотюна. Конкретно после этого вылета я понял, что слишком сильно нагрузил хвост. Этот вывод я сделал после анализа лога после этого полета, а именно график PitPi.i превратился из положительного в отрицательный. Но есть опять же нюанс. Доверять этому графику для выяснения центра тяжести можно только когда скорость самолета больше скорости сваливания. Как можно посмотреть по этому графику? Когда скорость приближается к скорости сваливания, то есть 36 км в час, вот, величина PitPi.i становится положительной, в то время, когда скорость достаточная для полета, величина PitPi.i становится стабильно отрицательной. Несмотря на то, что центровка стала более задней, поведение самолета кардинально не изменилось. Он также продолжил клевать носом. Я начал искать дальше причину. Другого варианта, кроме как перевернуть мотораму, либо подложить шайбочки под нижние болтики, у меня не оставалось. А здесь самолет ни при чем, это я рукожоп. После такого кувыркания цел и жив-здоров. Это, конечно, была жесть. В общем, сняв мотораму, я увидел следующую картину. А именно, склеена она криво. Вот под таким углом в бок. Конечно же, это дело исправил, попутно подложив по шайбочке под нижние болты мотора. После этого с прежним миксом
Самолет стал прекрасно взлетать и сразу набирать высоту. В этот день я еще понарезал кругов с автотюном включенным и попрактиковался в посадке. Также на аппаратуре я уменьшил микс по питчу, чтобы самолет не так резко набирал высоту после запуска. Таким образом, главную проблему я устранил, а вот над посадками еще работать и работать. Анализ логов после этого полета показал все же небольшой перевес на корму, потому что PIT-P.I величина стала хоть и менее отрицательная, но все равно меньше нуля, стабильно меньше нуля. И после этого полета я еще немножко облегчил ему корму. После всего этого дарт стал замечательно запускаться с руки. Проверил работу круиза, а также возврат домой. Вот в этот момент я включил возврат домой. Самолет начал резко разворачиваться. Достиг домашней точки и, согласно своего алгоритма, начал нарезать круги. Анализируя логи после этого полета, а именно график величины PIT-P.I, можно сделать вывод, что с центром тяжести стало все в порядке, а величина PIT-P.I колеблется возле нуля, там практически минус 2. Возможно, можно еще как-то лучше подобрать центр тяжести, но в целом, мне кажется, центр тяжести я подобрал практически идеально. На видео, кстати, видно, что с правильно подобранным центром тяжести самолет неплохо таки планирует при скорости около 30-35 км в час. А еще я не удержался и проверил, как самолет взлетает на 80% газа. Погода стояла просто замечательная, никакого ветерка. На видео можно оценить, как ведет себя самолет после автотюна, который я выполнил ранее, причем не совсем верным центром тяжести. Возможно, его и можно еще маленько получше оттюнить, но на мой дилетантский взгляд, летает он довольно-таки приятно. Я получил большое удовольствие от таких полетов низко над землей, очень-таки интересно летать. Пожалуй, на этом с какими-то мучениями и страданиями покончено. Буду дальше оттачивать мастерство в управлении этим маленьким и приятным в управлении самолетом. Если данное видео было вам полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Если что-то не понравилось, укажите, пожалуйста, это в комментариях. Также, если есть какие-то советы или предложения, оставляйте это в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.